Всем привет. Продолжаем шататься по гробнице Мордекая. Так, где бы эта скотина от нас не пряталась, мы его найдем и замочим. Особенно с такой мощной виверной. Ладно, погнали. Это что, тупик? Жезл вампирского прикосновения. Понятно. Странный барельеф покрыт загадочными изображениями древних циклопов и их кровавых ритуалов. Ну, как всегда, там что-нибудь там. Мордекай, бог, все дела. Так, а если здесь тупик, то что дальше? Ready for anything. Назад не вернуться, назад закрыто. Did it without breaking it. Так, все взобрались назад, окей. Там мы освободили пленников и всех замочили, мы молодцы. Что вообще журнальчик нам говорит? Так, мрачная и древняя обитель Вардакая распахнула перед нами свои тяжелые двери. Выйдем ли мы из этой жуткой могилы? Нет времени предаваться тревогам. Нужно выяснить, что произошло с Варнхолдом и есть ли еще надежда для его жителей. Давайте сюда. Будем ходить углы исследовать, что еще делать-то. Что-то совсем нет идей, куда идти. Так повеселее, конечно, станет. Может, нам вообще на выход? Да не, по-любому я просто что-то проворонил и не увидел. Мы сейчас, конечно, прогуляемся, посмотрим, что там позади нас. Так. Can't. A trivial matter. Ну, зато съедобный мох подобрали. Ну, нет, что-то я не наблюдаю. Того, куда нам надо, ну давайте назад вернемся. Ворон сболтнул о боке Абадона, таинственном артефакте, обладание которым наделяет невероятно магической силой. Мы ничего о нем не знаем. Может быть, обитель Вардакая подскажет ответы на наши вопросы. Око Абадона дает своему владельцу ужасную силу, с ее помощью Вардакай может подчинить своей воле множество людей. А где мы делали эти жертвоприношения? Здесь сделали. В два слота занесли крови, ничего не произошло. Здесь закрыто. Зря только шли. Ради мха я, конечно же, не пошел бы. Так, ну дело серьезное, и что нам делать? Внимательно смотреть, конечно же, в противном случае что? Разве у нас есть выход? Ха.
Блин, вот надо же так мощно затупить. Я стоял прямо перед кнопкой, перед дверью. Жесть какая. Великий кошмарный зомби-циклоп. А вы куда? Неправильно я начал, надо было... Ну ладно, и так сойдет. С огненного шара надо было начинать. Это что такое? А, обнаружение ловушек, господи. Это обнаружение ловушек у него стоит. Так, во-первых, Виверну не впустили в бой, поэтому как бы и соснули как минимум. Она там себе стоит спокойно, ничего не делает, скучает. Бля, не нажал. I am prepared. What's new? Так, ну, неплохо. О, Виверна в атаку пошла. Ну, только ее не пропустили. Бля, Виверна, атакуй. Какого черта ты стоишь? О, твой клиент, задержи его. Промах. Ясно. Так, значит, мы попробуем по-другому. Будем с ними ровно в переходе драться. Верну поставим первый. I'm listening. I know what to do. Me? Так. Блин, как меня бесит постоянно вот эти свитки всплывающие. Прям вообще терпеть не могу. Вот, ну, неудобно вот, лично мне. Излишнее нагромождение. Особенно вот, вот сейчас, вот зачем оно все вылазит? Вот оно мне сейчас не надо. Физнуло, что ли? Так. Да беги ты назад, тупо. Пицца. Офигеть, он мне Виверну с одного удара рубанул. Ёб твою мать. Так, стоп. Не подходите, не подходите. Ага, он обездвиживание наложил. Не достал до нас, хорошо. Так, а вон и здоровяк идет.
keep this up much longer. Dizzy. Так, а у нас все там, все воины-то наши отъехали уже, да? Да, вот только что последний умер. Ну вот этот парень, он вообще какой-то неубиваемый. Совсем не тянем его. Имеет смысл на него потратить эти... как их называют-то? Всякие опутывания и так далее, может, оно нам поможет. Ну, сейчас придется забафоваться, как минимум, раз нам не помогает ничего. Что еще мне поможет? Зелье героизма возьму. Тоже его дам. Так, чем еще мы можем тут себя подзабафать? Knife is for stab, pick is for luck. But what makes a hero? Why? Just letting the inch ask, knock knock. What's new? I'm listening. Опять ненадолго, меньше чем на минуту благословения. Но это, конечно, лучше, чем ничего. Так, теперь щиты веры буду всем раздавать. Кроме вас, конечно же. Так. Это тебе. Это тебе. Это тебе еще дам. Так, что еще я могу сделать? Вот это возьмем. Защита от зла коллективная, давай. Кошачью грацию тоже давай. I am prepared. I wrote it like I saw it.
My skills are getting rusty. Share your troubles. Tifo, Warlash, Ara, E, Briti. Ha, E, Briti. Да кастуй ты. Ha, E, Briti. Ha, E, Briti. Еще раз. Ha, E, Briti. Еще раз. Ha, E, Briti. Не хочет вообще никак. Хм. Какая вредная трансмутация попалась. Другое дело. Пока мы тут пытались ее сбафать, конечно, тоже. May we have a moment of respite? Ariti, go! Enemy approaching! I'm getting killed here! Под Jubilost попали. А, Jubilost стоит, ничего не делает. Конечно же, зачем? Конечно же, зачем что-то делать? Так, окей. Это тебе? Ясно, понятно. Дважды намекать не нужно. Все, пока. So they walked on. Мандам. Дела, конечно, так себе. All according to plan. А это для кого? Для Виверны, что ли? Ну, видимо. Ну и хер с ней. Хотя она у нас числится в другом месте почему-то в отряде. What troubles you? Something bothering you? Ну и где этот подонок? I shall end this suffering. Ловушку нашли, почему бы и нет. Да сейчас добьем уже. Ух ты.
но в любом случае текаем. Он еще не успокоился. Успокоился, свалил, отлично. А теперь все сюда. Виверна-то живая еще, формально. Что, есть у тебя что-нибудь? Неплохой двуручный меч, судя по всему. Ну-ка, давайте посмотрим, что это он на себе такое носит. Ну, у меня получше все-таки, да. Лучше. Такой же. Ха. Понятно. Что, будем с отрицательным здоровьем фактически всех валить? У нас, конечно, есть еще банок, но это чисто на один раз вылечится, не больше. Ну, не сильно спасает ситуацию зелье увеличения гуманоида очередное. Не сильно много оно мне помощи дало. In due time. Time's not waiting. I am your shield. Let us try. Ну-ка, как если по размеру тебе? I see your light. Давай, швыряй. I see your light. А, еще кидай. Не поймал, не поймал. Ой, тогда бежать надо. Тогда бежать надо. Ну, сейчас его завалят. Я думал, это ворон. Очень похож. Какие-то вот силуэты прослеживаются, будто бы он и ворон. Давайте, пацаны, вставайте. Хотят они вставать, что-то не так явно. Ну только если он по мою душу пошел. Нет, он там. Он еще, зараза, там. Сайт
Нет, ни в какую. Еще и сохраниться нельзя, но бой идет. Ура! Наконец-то. Фух. Ну, у нас ничего не осталось, можно сказать. Мы максимально отвратительно выглядим. I'm positive I found something. В принципе, даже если мы будем вставать в ловушки, ничего плохого не случится. It's just not my lucky day. Барельеф изображает четырех всадников, окутанных мглой. Anything else? О, очередная коса прикольная. That is not far. What do we have here? I see something. Ух ты, дверь. Applause, please. Интересно, интересно. As it should be. Applause, please. На барельефе всадник смерти, окруженный стоящим на коленях людьми. Так. Окруженный стоящими на коленях людьми, торжествующе поднимает руки светящийся шар. По краю барельефа выбита древняя надпись: «Благословение Вардакая, дар Харона, око Абадона». Сколько у него здоровья? Единица, класс. Тристиан обводит помещение взглядом и тут же отворачивается, словно увидел что-то нечестивое. Это темное место. Почему ты так говоришь? Взгляни на эти изображения на стенах. Это летопись темных ритуалов, история поклонения отвратительным созданиям, даймонам, известным как четыре всадника апокалипсиса. Последователи этих существ подчиняются желаниям своих господ, желаниям смерти и разрушения. Каждый катаклизм, каждое бедствие, каждое несчастье приносит всадникам восторг и наслаждение, страдания и боль. Вот что ценят они превыше всего. А самое поразительное, что находятся те, кто готов творить зло, лишь бы снискать дары и благословения всадников. Зло искушает умело, надо быть стойким к его зову и давать отпор темным желаниям, пока они не захватили душу. Тристиан вздыхает и опускает голову. Ты прав, но порой не в наших силах поступать правильно. Он тяжело вздыхает и выпрямляется. Идем же, покинем это место. In due time. Стены покрыты изображениями бедствий и катаклизмов. Среди даймонов, рвущих своих жертв, на куски виднеются жуткие фигуры устрашающих всадников. Угу. Так, что у нас продвинулось? Утраченная реликвия. Снова. Исчезновение Ванхолда у нас уже было. С прошлого раза. Глаз в центре рельефного узора, кажется, смотрит прямо на вас. Вместо зрачка в барельефе зияет пустое углубление. Почетный альков для магического артефакта. Ладно, выходим отсюда. Можно и с той штуковиной поговорить, которая там болтается. Follow my lead. Тьма призывает тебя, смерть назвала твое имя. Линзи, попрощайся с жизнью. Бля, да нам... Пизда, короче. Кристиан, что ты делаешь? Без шансов абсолютно. All according to plan. О, Виверна, здрасте, приехали.
Понятно, короче, нам только с ними осталось драться, да? Выбора больше у нас нету. Много ли мы налечимся? Скорее, нисколько. Итак, у нас 18 бутыльков. Фактически, можно сказать, не то чтобы очень много. No mistakes. Ну, погнали. Сейчас у нас все эти уйдут. I'm listening. Where now? Ты должен, мелкий, вообще сейчас супер уворачиваться, чтобы нас не убили. Так что вся надежда на то, что ты будешь уворачиваться нормально. Give the order. Listening as hard as I can. Даже у него здоровье больше, чем у меня. Who's there? Ну, насколько смогли, настолько поправили ситуацию. Тут как бы больше ты ничего не сделаешь. Самое важное, конечно, было от этого дерьма отличиться как-нибудь. Сейчас раздадим стандартный набор каждому. Захлебнем все это разом. Так, где магический доспех? Ой, точнее, да, вот он. Этих нам нечего лечить вообще. Марево можно выпить. Повысит уворот. Магический доспех тоже не помешает. Сейчас его выпьем. I am prepared. Here. Just letting the ink dry. Focus on the goal. Ага, и два магических доспеха у нас осталось. Героизм еще можно выпить. Всем причем. Лишним не будет. Ready for anything. I am yours to command. I need to concentrate. Becoming distracted leaves me coming to his ears. Share your troubles. So, Taya. Anything is possible.
Все, это максимум, что мы можем. Быстрее, а то я сейчас уменьшусь. This should do it. Dawnflower. Верно, дерись, блядь. Ну чё ж ты делаешь? Чё за тупость? Почему ёбаная Виверна стоит? Вы её зажали, что ли? Ну, вообще, как бы ничего удивительного, учитывая расстановку войск. Рано или поздно это бы случилось. Сейчас должно быть все нормально, надеюсь. Она что-то вообще какая-то неактивная. Я даже ее выделить не могу. Ее вообще игнорируют просто. Они нормально, они просто нам сразу весь твой ряд положили. Я вообще ничего не понял, что произошло. Виверна вот начала что-то делать, неужели? Ничего себе, уровень скачали. Кроме Линзи и Кристиана, конечно. Ясно, старый план. До свидания. Ой, они меня видят, походу. Даже не указан, какой уровень, ужас. Но все, мне хана. Промах, но ненадолго. Почему я не обобрал эту коробку, интересно? Очень странно. Почему она не залутована у меня? Time's not waiting. I'm listening. Where now? Enemy approaching. Ну вот почему? Что опять не так? Почему они не атакуют? Чё за дебаф они получают? Куда смотреть? Я не вижу этого дебафа. Вообще ни на ком. Я реально не понимаю, что происходит. Прилетела эта зараза, всех убила мне. Только сейчас бой нормально начался. Oh,
Genius! Дело плохо, максимально плохо. I'm leaving you right of all over. Not dead yet. This was not part of the plan. А, ну все, они отъехали. Так, ты у нас заклинания читать не умеешь. Четыре штуки, да не замочит он их. Все с полным здоровьем еще до кучи. Шансов, короче, понятно. Не понимаю, почему сразу бой не начинается, почему не все их видят. Что за херь вообще? Может, их видят те только, к кому они обращаются, типа он, они там говорят Линдзи, Кристиан. Не знаю, не знаю. Или может это обязательно минус 2, не знаю. Хотя бы вывезем. Да что ж ты будешь делать-то? Последние два. Блин, мы одну-то завалить эту скотину не можем. Все мажут постоянно. Ну а что делать? Придется их хотя бы так уничтожать. Не-не-не-не-не-не-не! Вы что, гоните? А, нет, они меня не спалили все-таки. This
was knowledge, part of the genius. I see your light. Понятно. Я пошел обратно. Спасибо. Можно завалить. Да. А, так какого он осталось-то всего 3. We'll do it the hard way. This should do it. Serves me right. It's getting killed yet. Genius not. Part of the plan. Dawnflower. Давайте, последний остался, зараза. Ясно. This was not part of the plan. I see your light. Давайте вот, ну, сколько мы еще вставать на так будем? Блин, но кнопку бы сюда, конечно. Блин, хотел линзы спасти, ну ладно. Минус 6 мудрость, почему бы и нет? Сколько еще стало? Вон у этого половинка осталось. Так, пока стой, не иди. Мне надо спасти Линзи, например. А тебя в бой отправить. Be easy, you cannot fight back. I require healing. Для Линзи пока есть спецзадание. Сходить залутовать здесь. То, что мы почему-то пропустили. Отлично. Ой, жесть какая. Какой позорный бой. Ух ты, что нам тут добавили? Что нам тут добавили? Повысим количество здоровья. Вот это. Нет, вот так сделаем на этот раз. То не хватает нам атлетики. Снижение урона, отлично. То, что нам нужно.
Ну, тут без сомнений. Так, о, а я еще несгибаемого защитника успел ему подкачнуть. А, это только возможно у меня. И возможность такая есть. Надо ли мне этот уклон ему качать? Вот хороший вопрос. Ну, имею в виду, в несгибаемом защитнике не совсем понимаю, на чем мы подписываемся. Бонус к защите, оборонительная стойка. Не. Не его это все. Калечащий удар. Вот это вот я понимаю. Это я возьму. Целительное искусство. Это хорошо. Так, магия. Магия. Разрушение чар возьмем. I wrote it like I saw it. Adventures call to them. Так, наш главный имба. Консервацию органов давайте возьмем. Да. Пусть у него защита хоть какая-то будет. Каменная кожа, восстановление. Это все очень хорошие штуки. Блин, все какое-то не очень полезное. Исцеление, ну давайте. Пусть этот эгоист сам себя лечит. Замечательно вообще. О, смотрите-ка, у него все обновилось. Потрясающе. Сюда ему все вкачаю. Ну что? Сохранимся. Посмотрим, что здесь.
Мох возьмем. Какая дверь интересная. Вот сюда перепишу лучше. О, да ладно, мы выходим на улицу. Неужели? Где этот мордокай подонок? Судя по всему, под битву с ним будет отдельная локация. Ну, сейчас мы с ним постоим, поговорим, конечно же. Как обычно это бывает. Но вообще у нас с собой есть две штуки припасов. То есть мы хотя бы двух персонажей можем восстановить по здоровью. А дальше, я не знаю, что нам делать. Очень хороший вопрос. Где же мы это? О, мы... То есть мы еще даже не дошли. Ну какая жесть вообще. Так, ну эту шушеру все мы разберем. Ну вот... Сипал Лорентус. Господи, ну нет, их что-то много. Давай, зашвыривай уже. Чё, он Марио наложил, ну понятно. Да ладно, мы можем отхилиться. Чё ж вы молчали-то? Ну, сейчас уж я не буду, может так выживу. Нет. Однако нет. Однако нет. Ладно, давайте на этом закончим, а в следующей серии продолжим.